Меня в ней очень многое раздражает. Манеры, характер, дурные привычки. Какая-то часть меня ее обожает. Другая считает больной истеричкой. Ей любоваться можно целую вечность. Ее глаза. Мне так нравилось в них тонуть. Она самая главная драгоценность. Без нее теряется всякий смысл и суть. Но когда мы ругаемся, наоборот, она другая, просто невыносима. И знаешь, самое страшное в этом то, что она становится мной нелюбима. И тогда тонуть уже не хочется в ней. Мне даже не хочется к ней прикасаться, та, что рядом была. И всегда всех родней. У меня нет желания с ней оставаться. Эти противоречия убивают, ведь я же люблю ее, безумно люблю. Но словами меня, когда обжигает, я честно, просто ее терпеть не могу. Да, меня раздражает в ней многое, особенно когда делает все назло, ведь знает, как задевает и трогает мое без того потрепанное нутро. Но сколько бы ни принесла она боли, сколько б нервов и сил я не тратил впустую, и сколько бы не был я ей недоволен, мне нигде, никогда не найти такую.